крючочек маленький. Ну, ну заглотишь. Заглотишь, блин. Смотри, красавец. И снова здравствуйте. Я желаю вам счастья. Сегодня 1 апреля. Мы опять на Ялском водохранилище. Неделя не прошла, как мы опять здесь. Ну все, ну это последний раз. Я думаю. Ну да, спустя 5 часов дороги мы на месте. Погода супер, подморозила. Ху-ху. Да, оставайтесь с нами, надеюсь, будет интересно. Будем ловить, кто будет клевать, плотву или ща. Да. Поехали! Ю-ху! Красота! Морозит! Морозит! Сейчас солнце! Ну вот, лагерь стоит. Маленький лагеречек, но все же лагерь. Все, упыхлись маленько, все, хорошо. Пойдем рыбку ловить. Вот здесь я буду жить. Ага, классно. Снегирь называется. Палатка. Процесс замешивания прикормки. Процесс пошел, мы на месте, все хорошо. Ну вот, все зарядил. Ждем. Поклевочки. Угу. Вот она. Ну, что, птичка? По чинам. Здрасте, спасибо. Хорошо. Ты поменьше, наверное. О, окушок. Окушок. Полосатая плотва. Так, что-то покрупней. О, какая. О, хорошенькая. Тянем, потянем. Ох, какая ты красивая. О, какой ты красавец. Да, шершавый. Ну, соседнюю зацепил. Густерка. Ой, густерка. Понятно. Круги нарезала. Ну, и тебе здравствуй, круглая. Я не знаю, кто это, но кто это большой. Все, сошел. Сошел лещ. Ух ты. О, какая. Ух, пузатая. Ха-ха, хороша. Ну что, начало есть. Нормалек. Продолжаем разговор. Поклевывает потихонечку. И сходит потихонечку. Хорошо сходит. Ух. Вот он, маленький лешек. Ух, прикормка с него течет. Ух, красава. Ну, здравствуй. Маленький лёшек. Ну чё, на леща, а? Повторить? Давай нам больших. Больших нам давай. Те, пожалуйста. Нормально, всё, веселье продолжается. Пузатая плотва клюёт. Козлик маленький. Маленький лёшек.
Больших давайте, блин. Без матов. Кто? Густерка. Подошла густера. Густерка. Мне тоже что-нибудь густерка. Шалит. Пойдем в гости. Во, в гости пришли. У вас все дома? Знаешь, мы в гости. Вот здесь я живу. Буду жить 3 или 4 дня, пока неизвестно. Все хорошо. Рыбка клевывает. Обустроился более-менее. Вообще все супер. Во. Круть. Да, багрины. Я вон там блещара повис. Это вот что. Чудо, блин. Беги. Печечку кочегарим, тряпочку сушим. Красота. Ну, значит так. Первый день нашей рыбалочки идет к концу. Ну, хорошо. Хорошо сегодня провели денечек. Да, пока туда-сюда и рыбки успеют половить. Хорошо. Посмотрим, что ночью. Подкормимся сейчас. И рыбку закормим, и сами подкормимся. Хорошо, ждем леща. Заходите к нам на огонек. Первый скрипки ласковый, так нежно. В этот вечер я так одинок. Вон сосед кричит, не одинок я. Сейчас кормиться будем. Да. Че, вот так вот. Все видать, все хорошо. Красненько сейчас печечку замутим. О. Ох, ох. Да, красота. Все, 6 лишних метров. Оп. Третью луночку. На 3 раунду. Опа. Оп. Готов. Так. Закормился. Все. Будем ждать лишнего леща. Или спать ляжу. Одно из двух. Третьего не дано. Спите, граждане, в теплых квартирах своих. Спокойной ночи до будущей субботы. А что же мы? И мы не хуже многих. Рыбок закормили. Самим надо тоже подкормиться. Поклевать. Чайку с пряничком. Ага. Медленно идем. Медленно. Ага. Ага. Эх. Забоялся. Свет увидел. О, тихо, 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 тихо. Вот он, ночной Леша. Фух. Я вас ждал. Здрасте, спасибо. Красавчик. Отлично. Ох ты. Ох ты. Еще один беленький. Больших хочу лещиков. Больших. Ну, мы в новом дне. Второй день ялской нашей рыбалочки. Да,
Ночью, ну, так, слабенько поклевывали лисички. Сейчас уже получше, не знаю, клевать. Коллега обрыбливается начали. Ветер поднялся, блин, ужасно. Палатку качал так не слабо. Думал, сорвет нафиг, не постоял. Ладно, погнали дальше рвать. Витек лещей душит. Вода заходила в лунки. Вот там. Беленькие они здесь какие, желтые даже. Глубинные, блядь. Песочные они. Лещи они все глубинные. Так как живут на глубине. Во. Какой новый день у нас начало хорошее. Да-да. Молодца. Шкатулочку его раз. Садок. Ох, обкоромыслилось. Ну что, почему сегодняшнее утро? Ничего, я накоромысло. Ждал леща. Кто это, не знаю. Подлец маленький. А нет, крутичка. Крутичка. Средненькая. Хорошо, да? Легкий завтрак. Да, красота. Приятного аппетита, Алексей Юрьевич. Захожу к Витьку, а он тут сидит такой, нифига, говорит, не клюет, крупно отошел. Нихера себе, простите меня за выражение. И посмотри, на какую эту поймал крючочек маленький. Ну, на заглотыш. Заглотыш, блин. Это красавица. На мотыля. На мотыля, да. Вот так вот. Обалдеть. Отошел крупный. Вот и да, то крупный отошел, а мелкие остались. Все, снято. Ой, ты мой красавец. Вот он. Опять же подлец маленький. Нет, крутичка хорошая. Что ты вяло? Ничего не запутала, ничего не потеряешься. Интересно ты как? Я думал, подлец. О, какая. О, жирная какая-то, классная. Крепенькие такие. Но самцов больше клюют. Они уже такие эти, чешуйку нехрешленные. Преднерестовые. Ну да. Погода жесть. Ураган все зафигачивает. Атас. Палатка ходуном вся ходит. Давай веди. С тобой унесет. Ужас ураганище. Да. Еще и то со снегом бесит. Что будет дождем, увидим. Рыба что-то затихла. Будем ждать дальше. Оставайтесь с нами. Молча. No comment. Да, блин. Да что ты. Да что ты. Вот. Вот. Как вы меня радуете. Ой, как вы меня радуете. Красотки. О, пузатая. Ух. Порывы такие зашибают. Крыша домов дрожат под тяжестью дней. Но у меня все отличненько, а у меня все спокойненько. Небесный пастух пасет облака. На улице жесть, а рыб клюет. Супер. Кошмар, что творится. Ух, метелица. Это, ребята, стойкие. Рыбачи сидят. Что-то вываживают, упускают. С ума сойти. Как там говорится, жесть. А нам по кайфу.
Пора и обед замутить. Да. Доширак. Иногда можно отравиться. Кошмар, что творится. Закончился второй день рыбалки нашей яузской. Ну, циклончик нам пришел ужасно. Сломал все. И рыбалку, ну, настроение ничего не сломал. Супер, такой трэш. Я вообще вау. Прикольно, блин. Ураган зашкаливает за 20 ветер. Метр в секунду. Че творится? Надо будем ночью ждать. Может, лечь выйдет. 720 давление. Ух! Кто-то там у нас собрал все удочки. А кто это, я не знаю. Ай-яй. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Вот он, барбосик. Фух. Очередной ночной. Да, 23:00, нифига себе. Прикольно. Да. Фух, ну здравствуйте. Да. Радость моя. Я же знал, как я тебя ждал. Да. Свет увидел. Свет увидел. Ага. Боится. Я специально затенил луночку. Хоть как-то. А что толку? Рядом еще три. Ух ты, пошел, пошел, пошел. Забирает. Ох ты. Какой ты, блин? Что это, блин? Забаглился. Говнюк. Ах, говнюк. Забагренный подлец. Как так-то? Таким крючком маленьким. Как так-то? А? Козлик. Настоящий подлец. Маленьким крючком таким забаглился. 14 номер. Только забросил. Опять подлец. Ух ты. Вообще неожиданно. Да, неожиданно. Ну, небольшой. А. О, куда ты? Ну, что ты задница вперед? Давай-ка развернись. Ну, на буян, иди сюда. О, это густера. Ага, похоже. Ну не карась, это точно. И не лещ. Вот он. Ху-ху. Нервотрепчик. Классненько. Че это ты? Подбитый. С одной стороны. Кто тебя бодал? Фух. Здрасте, ночные гости. Ура!
Ага. Все собрал. Все собрал. Дружочек. Пирожочек. Все собрал, да. Ну зато попался. Забагренный. Ой. Не пойми, чем-то попался. Двумя крючками сразу. Молодец. Красненько. Ураган ревет, а рыбка клюет. Красота. Ух. Во. Маленький? Да фиг ты маленький. Нормуль. Первые мои такие в жизни. Да ладно, я вообще первый раз так рыбалю. Вот так вот. Супер. Третий день нашей рыбалочки. Супер. Ветерок затих. Ураган еще ужасный был ночью. Ужасный. Я думал, полетели палатки наши. Не полетели. Да, ночка была плодотворная. Я рад. Очень много сходов, очень много багренных. Вот что. Поэтому и сходы. Ну, посмотрим, что будет день грядущий принесет. Третий день рыбалочки. Погнали. Ходит рыбка. Ходит. Хорошо, ждем. Ага. Утро начинается поплыть. С какой красивой. А какая бестия рыжая. Здрасте, спасибо. Утро начинается поплыть. Хорошо. Что тут тот тюкает? Какая? Я думал, что там какая-то мощная. Хорошо посопротивлялась. Ух, ух, ух. Да, все попалось. Все. Едем, 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 едем. Да. Ой, ой, ой. Не хочешь ехать, да? Да ладно. Опять забагрился. Вот так. Опять забагрился. Вот поэтому сходы. Багрится и отходит. Все, оцепляет. Маленький лёшек. Хм, подъемчик красивый какой. Сейчас отпущу, погоди. Красотенька. Из окна палатки. Гало. Эффект. Ред горлук солнца. Да. Стандартно. Или на полхвоста побольше. На полхвоста побольше, точно. На губу. Опа. Опа. Радости полный мешок. Опять что забагренный. О, какой! О, какой! Ох! Да, ха, хорошая. Я думал, забагренная опять. Хорошая Марусенька. Ха-ха. Красава. Ох ты. Густенка. Голову в раздевалку? Голову в раздевалку. На этом спасибо. Закончилась наша вторая рыбалка. Второй тур Яузской рыбалки на Яузском водохранилище.
достал. Ну, не спавший. Не спавший, ловивший, радуший. Да, спасибо, что был с нами. Рыбалкой остался доволен. Супер вообще. Я побалдел, честно. Никогда я так не ловил. Да, лагерь мы сматываем, все. Сейчас сборы и на автобусе поедем домой. Приедет там опять автобус. И наш скромный уловчик. Скромный. Намутил. Витька судаков намутил. Одного судака, да. Ну куда? Кто умеет, тот ловит. Да, Витек? У тебя голова улетела. Витя, не теряй голову. Такое тоже бывает. Ну, подпишись на группу ВКонтакте. Ссылка на группу будет на видео. Что говорить, не знаю. Я устал, довольный. Сытый. До свидания. А здесь я жил. Не тужил. Все, наш обоз готов. Иди, иди. До свидания. Сейчас пойдем на автобус. Самое интересное впереди. Юху! Все, автобус загрузили. Поехали. С орехами. Опа. Шеф, трогай, я уже сел. Ура! Юху! Нравится мне это дело. Идем! Супер! Все. Фух. Прибыли.